Московская область. Население более 7,5 миллионов человек. По числу и плотности городов, поселков и поселений не имеет равных в России. При этом около 40% территории области занимают леса. Один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Через Московскую область проходят практически все основные транспортные артерии страны. Именно Подмосковье обеспечивает связь субъектов Российской Федерации со столицей России с ближним и дальним зарубежьем. В регионе ведется активное жилищное строительство и повышен миграционный прирост населения. Московская область – прогрессивный, густонаселенный, крупный и сложный регион. Несмотря на умеренно континентальный климат, практически ежегодно в Подмосковье происходят чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Обильные снегопады, крупные дорожно-транспортные происшествия, ледяной дождь, паводки, лесоторфяные и бытовые пожары. Все эти особенности Московской области были учтены при внедрении единого номера вызова экстренных оперативных служб 112. Опытная эксплуатация системы 112 началась 1 июня 2015 года, а ввод в промышленную эксплуатацию состоялся в марте 2017. На сегодняшний день система 112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Более 86% вызовов экстренных оперативных служб поступает в региональную систему 112. Это говорит об ее эффективности, о том, что номер 112 жители и гости Подмосковья знают и доверяют ему. Ежегодно операторы системы 112 Московской области принимают и обрабатывают свыше 7 миллионов вызовов. Ежедневно в подмосковную службу спасения поступает свыше 21 тысячи вызовов. Более 3600 специалистов областной системы 112 контролируют процесс от поступления звонка до окончания оперативного реагирования, ведут электронные карточки происшествий, а оказывают всю необходимую помощь. Среднее время обработки вызова составляет около 1 минуты. Причем, пока специалист службы спасения ведет разговор, экстренные службы уже направляются к месту происшествия. Система 112 Московской области нацелена на помощь всем категориям жителей Подмосковья. На номер 112 могут обращаться люди с проблемами слуха и речи. Для обработки таких вызовов круглосуточно дежурят сурдопереводчики. Позвонившие на единый номер службы спасения Московской области 112 могут получить в том числе круглосуточную психологическую помощь. Единый номер 112 – общепринятый в Европе для вызова экстренных оперативных служб. Поэтому, когда оператор слышит, что заявитель говорит на иностранном языке, он переадресует вызов операторам-лингвистам. Нередко операторы-лингвисты оказывают помощь в переводе специалистам экстренных служб и других учреждений при общении с иностранными гостями. Специалисты системы 112 круглосуточно помогают людям, находящимся в самых тяжелых, драматичных, порой нестандартных ситуациях. Каждый человек, обратившийся на единый номер службы спасения, может быть уверен в надежности и оперативности команды 112. Служба спасения Московской области. Помощь на расстоянии звонка.